Лисаби сама. Что ты делаешь, мамка? Уходила. Салатиком она его все. С капустой, с морковкой. Я понял. И как только доила. Осталось трошки ухи и все. И ананас доила. Молодец. Весь доила, да? Ага, поділа весь. Цілий ананас. Знаєш, в мене ж тут уголки губ болять. Знаєш, що? Це от ананас. Як і сидині ото, да, наподобі, да, яка вони, знаєш, думаю, хват вже. Ну, молодець. Ти чистенька в тебе. Та зачем? Оставь собі, пользуйся. Ну, що тобі, тарілка, хай буде. Така хороша кастрюля. Ну, пользуйся, чого ти, на мене є. У мене мені хватить, скільки мені треба. Ладно. Ти що, ходив в магазин? Ні, не ходив ще, мамка. Сходю. Гляньте, як чистенько в мами. Кажуть, засрали квартиру, засрали. О. Гляньте, як чисто. Молодец. Вот, пожалуйста. Цветочки, балкон. Все прибрано. Красиво тут все поскладывала. Все, чистота и порядок. Так что, а вещи вот сложены в этой квартире. Вот сумки возьмет свои и вынесет. До свидания. Вот тут две сумки. И вот тут пакеты и с ее вещами. Она не раскладывала. То говорят, раскладывай. Там написали, что ты что, когда у тебя голова будет работать, маму надо постоянно обследовать. Постоянно сдается кровь, постоянно сдается моча. Несколько раз в месяц точно. КТ-23. Как надо обследовать, интересно. Как? На КТ, может, КТ вместо кровати купить, чтобы мама спала на КТ, чешу. Сколько можно того КТ уже делать? Постоянно обследовать, да. Мамка, давай я тебе хочу показать, как гладить утюгом этим. Я тебе хочу показать, как гладить этим утюгом. Ну, конечно. Ну, как не надо? А где ты будешь? На кухне гладить? Вот, все аккуратненько сложено. Сумочка. Что вы? Она говорила, вот это платье надо погладить. Видите, оно все помятое платье. Ну, так вешаешь стремпель сюда, чтобы не мучиться не одевать то, что не надо. И сейчас покажу утюжок. Эта штучка снимается просто. Вот тут откручивается, наливается водичка. Где в тебе розетка? Кажи, я воды набрав. Сейчас. Тоді коли сделаем. Мамка, розетка вот тут. Коли сделаем, я покажу закатки кулики. Хорошо. Я умру, а молодежь запишет эти собі рецепты и буду готовить по моему. Помидорчики, огурчики. Ты должна умирать. Баклажаны. Что ты должна умирать? Не должна, я должна жить. Должна же, что же я тогда сюда переехала, помирать или на спектакль ходить? На спектакль. Я приехала ближе к собачку, надо же так. Ой, мама рідна. Так, дивись, вот я включил розетку его. Так, ты на вешалочку и сюда, да? Вот тут есть, видишь, загорелась лампочка. А где ты включил? Ну вот. Большое, ага. Классно. Так, классно. Это какой материал? А це не знаю, якийсь не русский. Ти брав мені в ну, шифон. Мінські. Чи шифон, чи що-то тоненьке таке. Нейлон. Мінські на Новий год ти брав. Я ж не з одного платя не взяла. Пенестер, хлопок, шерсть, льон, нейлон. Ну, це на нейлон став, на нейлон. Ну, на тенесеньке. Нейлон, шолку таке. Все, поставив на нейлон. Тепер. А воду куди ти поставив? Я не бачу. А воду от ззаді. От ця штучка, от вона просто знімається і ставиться. Відкривається. Це хороша віч, що держи, не думай розігрувати. Собі гладить ти. Стираєш цілу кучу. Раз узяв і побіг свіженькому в цьому. Чуєш, він там? Булькотить роді. Це гріється вода, да? Гріється вода, зараз піде пар. Зараз піде пар. Ти попробуєш. Бачиш, яке воно пом'яте? Давай я так вот покажу, чтобы было видно на свет. Ага, вон какое оно мяте. Да, оно постирано, но не глажено. Почепило. Сейчас оно нагреется, там надо полминутки или минутка. Угу. Там подивимся, может, еще какое платье такое. Держи. Бо в сумках все было. Все стирано в тебе было. Подожди, бачу, уже пар иде. Да. Да, бачу. А чего ж не бачу? Ну, а теперь паром. Та мама не так же, что ты издалека. А, вот так бери. Лиск. Вот паром. Ага. Вот видишь, были морщины. Водичка, вот морщины. Да. Давай я бачу, а чего ж я не бачу?
Давай. Вот так, да? Да. Не быстро, медленно выйди. Да? Стоп, рукавчик надо. Сейчас. Как же ж рукавчик? О, придумал. Мама, стой. А ну, я буду держать, а ты... Давай, вот так само. Растяни его. Давай, растяни. Да, давай, сейчас, я только подаю. Давай. Бач? Совсем другий вид буде, як поглажено, так воно взято, хто знає як. Парпішове, хорошо. Хорошо пар. Чим більше тот, да, нагрівається, да. Більший пар. О, давай рукавчик зробимо, що ми з тобою не зробили, синочка. О. І там уже поглажено, щоб там... І тут, бачите, взагалі нічого на це. Та врозь, так, так не гладить. Так ти мікроволновку эту, розіграв вже? Нет. Ні, да? Там казали, рецепт є, мені того разу мила. Блюд 16 чи скільки. Да. Все, погладив плаття. Так, нормально. І хай висить. Там такі складочки. Чистенько все поглажено. Ну, ладно, буду собиратися йти в магазин, тому що треба продукти купити. Що тобі купити? Ну ти ж будеш брати носок і що то, так? Да? Ну, далі що? Риба дома є? Є. Яка? Дорада. Разна, так? Да? Дорада. А що це таке? Вкусна? Це то, що ти їла. Вкусно, так? Да? Вкусно. А якщо хоч їсть, хоч діляй з підливкою, тоді буде хороше. Ага, хорошо. Можна чуть-чуть на сковородці, каструльку з підливою, бо. Вспомню, як вам з Києва передавала, яка вкусна в лоточку була з підливкою. Тамара, ви трошки тоді там поїли, остальне я доїла. Вкусно і не противний тоді хек. А так без нічого. Він як резина, розумієш? Бистро ти приготував мікроволновки. Угу. І все. Воно то не сире було. Ну воно не яке, тому що немає там того, що треба. З підливкою протушиться воно. Ну, понятно. Що ти робиш, чим займаєшся взагалі? Чим я займалася? Сьогодні що за день, може, шити не можна. А я отут сумка стояла. Воскресенье. А, не можна? А я там знаю. І в воскресенье сьогодні? Ну, да. А, я в 4 затягувала іголку, в 2 затягнула ще коричневу. Здорову сумку вищеву. Зашила раз, там воно отпоролось, потім ще раз прошила. Все передивилася, склала. От, що я ще? Повитирала кругом подоконники, батарейки. От, виходила, провітрювала кімнату. Провітрювала балкон, знімала. Сама виходила, ну? Постояла, так. Да. Мені треба скам'єчку, мабуть, сюди. Не стул, а табуреточку сюди, щоб отак постати. Бач, по катам як? Та бачу. Бачиш, туди йде. Чого він у нього так? Я не пойму. Ну, того, що так. Отак мене страшить. Що, ну, а подиви, я достану стірку чи пляж? Комп'ютерний клуб. Отут, що я через лужу побіг додому. Я буду стирати у тебе, або тут, а в тебе чи пляж. Подивися, рукою потрогай, де стірка. А, ой, високо. Так і я туди єлі достаю. Він здоровий цей мужчина. Значить, 2 метри ростом, чи що? Він позумівши. А мені що до виключателя? Барашка стоїть. Долазю до виключателя. Єлі-єлі. Це діло, зайчик. Поприбирала, диви, порядок взяла. Покажи, яка красива. Та показую. І Ірочка з Геною вверху. І ти со мною. І Едіком в часах стоїть. Нормально все. І ще одна полка для віщей, і там відкрий, і там 2 полки. Ще принесете, от. Це чистенько поскладувала. Так, да, хорошо, і його поскладувала внизу, мужчини, все хорошо. А, це його, да? Так, да, там ото альбоми, чи що там, тетраді, платіжки, там все. Это, і те, що ти в мішку був туди виніс, в жовтому, я принесла, все сложила. А, і вот так вийшло. І в мене тепер ще 3 полки пустих. Ще на вішалки пальто одне почерпнуло. Ще от полка пуста, так? Да? Так, да, то ж я освободила, то третя. 2 там і третя там. Угу. Да. Спеціально. А де 2 там? А от, одна і втора. Ну так, да, ну так. Да. Ну і все, от і живи, ну, пока. Душно влізти, так. Да. І що тут довго? Це ми 9 числа переїхали, так? Да? Я 2 ночі тут. Ну, да, да. 9, 10, сьогодні 11. Угу. Ну от, 2 ночки тут спали. І вже читай порядок. Осталось протерти поли. Трошки газову, от ті, що ставить каструлі, були всі жирні, почистила. Ванну видраїла, цвіти полила. Потихоньку, не забувайте, як я ходив. Для мене це вже тяжело. Ти купалась вчора? Так, да, вчора вилежалася в ванні, вимила ванну хорошо. Не в гарячій хоч? А? Не в гарячій хоч лежала? Ні, не в гарячій. Я в гарячій не люблю. Не треба в гарячій. Мені не можна в гарячій.
Ну, високовата, ну залізла, бо там мене Тамара із Києва, та друга, не ті сестри, друга. А як ви завладнете, Тетяна Васильовна? Кажу, зразу ставлю більш здоровішу ногу, а тоді больну піднімаю, каже, висока, висока. Ну, нормально. Ну, там хоч не скользко, там виходиш ковер, да, хоч ти не впадеш. Не впадеш, розумієш? Да, от у больниці було, нічого не було, вийдеш, там держатися треба за те, виходиш, тож напроти мене душ був, прекрасно було, де я лежала. Ну, лучше, конечно, не попадать в такую красоту. Ну, хорошо было, близко мені все. Телевизор був, и холодильник був у палаті, и этот самый умывальник був напротив этого, за угол завернеш, з правої сторони давление міряю, чуть-чуть пройдешь по коридору, муніципаль де капали, туалет по коридору. Класно, хорошо було. Хорошо було. Ну, лучше ж кажу, дома будь. Хай буде хуже, но лучше дома, чем там. Ну, то понятно. Что делать? Так що таке діла. А ладно, то, піду, наверное, я мамка. Являться, якісь родственники, віддаємо те все, двох переїжджать, наполовину буде менше. На що воно мені надо? Надо вам сіро, я вам надам, мені, значить, туди отдам. Що ти хочеш віддавати? Ну, кому воно надо? Успокойся. Ні, надо, там такі віщі, що надо будуть. Дівки ростуть, хай буде. Вони хрустальні вази оті твої. Не особливо кучеряво живуть, з квартири теж знімають, так що там нічого лишнього немає. Понятно. Вот. Такие электроприборы я тоже. Красивая люстра. Мне нравится, что... Видите, какие высокие потолки тоже. Там вот выше, как у меня, а тут ниже, потому что идет крыша дома. Так, как у тебя, да? Да, да, да. Ну, это же одинаково. Оно все одинаково. По всему дому, наверное, одинаково. Да, да, да. Красивая люстра, вот такой с лептиной сделана, мне нравится. Можно одну вообще, а це 4 я включил. 4. Вот это на кухню занеси, сынок, я не смогу, я там их сама обработаю. Вот что это, сделать? Это. Я поподрезаю, ты подивись, какие красивые пооткрывались. А на что ты будешь подрезать? А я поотрезаю, они дольше будут стоять, кончики, и поменяю водичку. И будут стоять дольше, сынок, и вот это. И все, бо мені тяжело. Сейчас выскользну. Осторожно, не разливай, не разливай. Ты не разливаю, аби не выскользнула. О, блин, еле донес. Так. А, оце я подрізала. Мама любить цвіти. Отак все время в стілі були у нас цвіти. Там, де чайник стоїть, ящик клетки і здорові ножі. От обрати, коли зай кончики. Хорошо так. Хорошо підрізати. Чистенько все. І оце помила, так. А я зараз понесу це. Казали, засре. Не засре. Що в тебе тут в холодильнике? М'ясо треба повикидати його і все. Нема. Я поняв. То уха? Уха трошки осталось, полпорції. Що ти оце брокколі? Візьми салат з нього зділи, розморозь його хорошо. Ну нехай. Поріж його. Я ж то капусту. З лимонним соком. Можна в сирому виді їсти його. Да? Воно вкусне, да. З лимонним соком. Туди лучка можна. Меленько поріж його. Ага. Лимонний сок і все, їж. Клюкви туди додав, їж. Яблука можеш туди додавити. Ага. А його різать оте брокколі? Так, да, в сирому виді. Воно хороше. Самвелка, давай викини ту воду. Поможи мені це розібратися. Мені тяжело, як водить даже тяжело сину. Так, ложи. Да. А що воду треба свіжу, так? Да? Ну так, да, воду сливай. Точно так же набери свіжу. А я зараз хороший ножик візьму, попідрізати кругом. Ну от тут великий візьму нож. Красиві які гвоздики. І хай стоять довше. Що ж, тільки подарили, глядати, ти що? Так багато яких. Зараз попробуємо, може, більше. Я оце те, що надарила мені вчора дівчинка, так, Кристинка і Салюшою, я підрізала, воду поміняла. А це здоровий, я не можу, я сама не виходила. А з ним-то навернуся. Розілю, стільки води розілю. О, бачиш, які красиві. Бо этот, каже, красиві тюльпани. Кажу, і твої ці красиві теж гвоздики класні. Все, подрізали цвіти якісь. Тюльпани взагалі якісь странні. Мені кажется, це много для одного вазона. Скільки цвітові гвоздики, тюльпани. І тут букет подрізали. Все, мам, я піду. Все, пішов? Да. Давай. Піду, давай. Нічого не делай, отдыхай. Хорошо. Що тобі делать? Так же я ж спина болить.
Как их разорвать, вот это вымя. Раду и поливаю, поливаю и дораду. Тут их раз, два, три, четыре штуки. Четыре дорадины, не могу никаких рассобачить между собой. Уже тогда лью им в дырку такую горячую водичку, чтобы она как-то распалась хотя бы. Раскол внутри сделать стаи, ну не получается, видите? Вода льется, не вместе. Зараза горбатая. Что это такое? Ну вот чипись ты одни, чтобы глаза повыдавливать. Ну как такое может быть? Она что, скрестилась? Ну. Должна же уже как-то хоть одна отсюда отвалиться. Я малинку кушаю. Знаете, малину заливаю кипятком и пью водичку. Мне понравилось. Ну вот так. О! Есть. А эту я уже тогда с легкостью оторву. Это размораживать там хуже не придумаешь. Да, зайчик? Да. Вот сковородочка моя, то, что я показывал, вблизи покажу, спрашивали, какая фирма, че что, не знаю, какая фирма. Вот, Фимос. Физамон. Прикольные сковородки. Я еще на ней не готовил, но мне нравится, что она большая, вместительная, и можно их трахнуть вот так, чтобы с концами. Видите, какая у меня чистота? Что, соль, тряпочки, чистая тряпочка, вот. Ничего не воняет, ничего вонючего у меня нету. Все шикарно. Шик-блеск. Вурдалака рыжа. Так, все, сейчас я рыбу потрошу, это маме запеку. Наверное, запеку сразу три рыбы. Нет, две. Две, не надо, три. Три там много все-таки. Эту уберу в морозилку, пока окончательно не растаяла, а эту запеку. И добавлю туда хек. Знаете, не надо выкидать, переводить, что-то вообще уже издевательство. Ой, потик, сука, такой. Так, Томас, подожди. Потик хек. Зараза горбата. Это еще филе, что с ним делать? Провонялось, по-моему. Че пожарить. Колбаска вот эта вкусная купил. Бургундская. Бургундцы ели. И хек запеку вот этот весь. Нечего переводить продукты. Мама-то есть, то не есть. Вот эти тряпочки обалденные вообще. Качаема домохозяйка. Все тру мыю. Контент уборщицы. Хай Бог милый, ребята, мы уже... Шо? Шо ты трешься? Шо ты? Куда ты тянешь хвостом своим? Вот уже в упырь. Иди на. Сейчас. На, доедай вот це. Я тебе новую поставлю. Мурлычешь. Ешь, не надо кланяться каждый раз, мне удобно. Это обязательно я мою. Чтобы там не осталось, знаете, остатков, чтобы оно не кисло, не портилось. И достаю ему свежую котлетку с овощами. Вот они у него замороженные. Вот такая котлетища. Туда и. И сверху крышечкой. Не влазы. Ну ладно, хай ставить. Так, эти две рыбы я туда закину. Все. Все. А сейчас приготовлю этот минтай. Что я буду его выкидывать? Что-то дурные деньги. Маме не понравилось. Ничего, понравится.
Мінтай, того кусочок буде нормально. Може і з томатом зробити, вона просила. Ну, з томатом, їй же томат можна. У мене томат є, кстати. Да, я мінтай її приготовлю в сковородці з томатом, з луком. Протушу. А це і з морковочкою. От морковка, лук. І це саме, томатна паста. Я мінтай потушу її. Хай вона поїсть. А дорадо запеку. Весь в ділах. Про себе не думаю взагалі. Бутерброд сожрав. Все это самое и погнав. Так, в общем, вымыл я рыбу, почистил внутри пленку, меня там раскритиковали. Ой, блин, В прошлом видео раскритиковали, что я не почистил. Я почистил пленку внутри. Это почки такие, черные штучки. Это почки рыбы. Сразу намочив. И полностью. Вот сейчас я... Приготовлю мамке рыбку на новой сковородке. Быстрым образом чистим лук экспресс-методом. Я вам сейчас покажу экспресс-метод. Экспресс-метод это вот так. Раз и погнало жариться. Видите, это экспресс-метод. Отёкся. Ой, ну туда. Ой, так. Не получилось, ребята. Морковку и лучок трошки поджариваю. Что-то у меня все чистенько. Трошки поджарю. Я на новой сковородке первый раз готовлю. Отсаливаем, укладываем сюда рыбку, только вот это я не мог поотрезать, это летучая мышь. Укладываем рыбку. Рыбка уложилась. Подсолим рыбку. Теперь томат и водичка. Можно было добавить сахар в этом варианте, но я не буду. И пусть тушится. На медленном огне. Все, это такое блюдо. Будет очень вкусно. Это не влаза. Ну хай вот так. Протушится малеха. На медленном огне. Все. Лучше, чем ничего. Глянь, так задрестало все. Ужасно. Крышка утонула. Видите? И все вдрестало. Всю сковородку. Хай бог мыло. Что это? Чего? Кошмар. Это, оказывается, Мила мне передала. Сейчас мы и используем.
Вот, накрывается, и все. И у нас никуда не будет брызгать. Вот я тупорылый. Вот так. И в принципе сверху можно накрыть крышкой. Сейчас я сполосну. И сверху накрою крышкой. Во! Ну, что я не гениальный. Все. Вот эта штучка хорошая. Вот спасибо, милая, тебе огромное. Видите, какая вещь полезна. Вот такой круг прям на сковородку. Он не позволяет брызгать. Ну то я засрал всю печку, гляньте. Все потекло, все на фольгу. Обидно. Вообще, гляньте, как шикарно. Даже нигде не брызнуло. И вот что с рыбкой. Видите, как оно все выкипело. Все приготовилось. Сейчас я маме и отнесу. Так. А фольга, видите, потом ее протрешь, выкинешь и не буду печку засирать. Потому что всякое бывает, лучше менять фольгу. Я так считаю. Так, зайди в квартиру. Зайди. Зайди. Мама. Да. А, ты в туалете? Кастрюльку приложу. Ой, не знаю, что вот этой штукой было я лозать. Ой, блин, тупый, я забыл. Ой-ой-ой-ой. Чтоб новую сковородку не испортить. Аккуратненько. Ладно, ма, я пойду. Да я пойду. Да. Я тебе рыбу принес, там положи в это. Что? Что не, я тебе рыбу положил в кастрюлю, приготовил рыбу с томатом.